как у Димы. Всем привет! С вами канал Артмания. Да. Какая большая книга! Вон она. Раз, два, три. Конечно, тут географию подумаешь. Ой, как красиво, да, Дим? Страус, овечки, зебра. Подожди, подожди. Слон, вон слон. Смотрите, слон. А тут острова, компас. Интересно тебе? Ты будешь просто смотреть ее, да? Так, наконец-то настал тот момент, когда я могу свои все специи, они у меня находились многие-многие годы просто вот таких вот маленьких мешочков, у меня не было специальных баночек. Вот, наконец-то я купила их в фикс прайсе, на них будет, что тут прилипло уже, на них будет отдельный обзор. Такие вот баночки, наконец-то, хорошенькие. Сейчас я буду все это перекладывать. Наконец-то у меня дойдет. В шкафчике чисто. Положить я их хочу сюда. У меня вот уже насыпано. Здесь у меня чеснок молотый мой. Кориандр тут пока лежит. Вот пока он будет здесь. Да? Дима тут еще бегает. Вот, то есть такие вот семена. Вот я буду класть. Это вот специя. Для мяса я их покупаю. Очень хороший, мне нравится, здесь тоже есть кориандр. Кто меня там обнимает? Кто обнимает меня? Да батюшки. Обнимает ребенок. Как ты маму обнимаешь? А, хулиган? Памперсы новые у Димы. Тащи. Тащи их. Тащи. Иди. И она за тобой будет волочиться. Туда, да, туда. Неси, тащи. Вот, давай, пошли. Какой молодец. Маме помогает ребенок. Помогает. Да, пилит. Дядя там пилит. Ой, дядя пилит там у нас, да? У Димы новые памперсы. Мы покупали тройку. Теперь у нас четверка. 8-13 килограмм. Дима уже как раз весит где-то к 13 ближе. Вот, и они оказываются трусиками. То есть у нас были чисто памперс. Я уже так привыкла. А здесь трусики, не знаю, как будет. И вроде довольно симпатичные. Посмотрим, как они будут. И уже 48 штук. Не знаю, сколько стоили. Муж ходил, покупал. Да. Сейчас ты ее уронишь, я чувствую. Поймала мама. Да, чуть не упала. Пух! 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 Да? Чуть не упала.